Всем привет, с вами UnitedFobai, и сегодня мы проанализируем тизер нового флагмана от китайской компании Umidigi под названием S3 Pro. Данный аппарат обладает очень привлекательным внешним видом, который вряд ли покритикует даже самый привередливый пользователь. Итак, сочетание керамического корпуса, облаченного в металл, действительно безрамочного дисплея диагональю 6,3 дюйма с минимальным каплевидным вырезом для фронталки. Двойная основная камера и сканер отпечатков пальцев объединяются в действительно интересный и необычный, и в то же время крайне симпатичный экстерьер. Что же касается технических характеристик, они не разочаровывают. Сочетание новейшего процессора MediaTek Helio P70 с продвинутым искусственным интеллектом, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ и видеоускорителем Mali-G72 MP3 образуют неплохую связку для того, чтобы запускать большинство современных требовательных игр на средних графических настройках. Не разочарует и основная камера, главным модулем которой является 48-мегапиксельный Sony IMX586. И это действительно флагманское решение, которое обеспечит превосходные фотографии практически при любом освещении. Те же слова относятся и к 20-мегапиксельной фронталке. Но не стоит забывать и про наличие NFC, а также огромную батарею в 5150 мАч, которая обеспечит более 10 часов активного экранного времени. Таким образом, данный девайс стоит порекомендовать, буквально каждому любителю Android-девайсов, потому что для своей цены примерно в $300 у него практически нет недостатков. Нам же остается ждать только выхода данного девайса в свет.